Не надо. Пустите. Курите. А? Сон разгоняет. Эх, едешь, едешь, качает и качает. Когда сельпо ограбили? Сельпо? Да так дней 5 тому назад, вы понимаете? Все было тихо. Только товарищ Бур все чего-то боялся. И вдруг сельпо ограбили. Басмача опять зашевелились. А чего он боится? Странный человек. 3 месяца тому назад ее к нам прислали. Хороший командир, смелый. И вдруг чего-то стал бояться. Да, я понимаю, у нас тяжело работать. Корм, басмач, контрабанда большая. Дайте я вам помогу. Пожалуйста. Öldürüş gerek. Dinimizde, şeriatımızda koklayın. Ya Allah! Вот видите, как здесь поступает с женщиной, если она изменяет мужу. Познакомься, пожалуйста. Шпалов. Буров. Как, доехали спокойно? Да. Ну, прошу. Сюда. Здрасте. Куда нам? Сюда, прошу, сюда. Угу. Ну что ж. Это хорошо, что вы приехали. Как дела в управлении? Да дел много. Вы член партии? Да, с 16-го. А что? Это хорошо. Хорошо. Садитесь. Курите. Спасибо. Устал я что-то. Раны серьезные? Да пустяки. Рапорт мой читали? Читал, там многое непонятно. Мне тоже непонятно. Это мой рапорт писал. Вы давно в этих местах? Да, до революции я здесь жил, воевал. А я питерской. И ни черта не понимаю. Простите, чего не понимаете? Народа здешнего, обычаев. Басмачи. Вы знаете, что такое басмачи? Но в Питере тоже были свои басмачи. Обыкновенная контра, чего тут не понять? И нет, я уверен, что в комендатуре что-то происходит. Только не пойму. Ну вот постараемся вместе понять. Надо кое-кого проверить. Кого именно? Например, Пироженко. Это что, помполит? А вы чего удивляетесь? Вот поживет, тогда посмотрю, как удивляться будете. Ну ладно, отложим этот разговор до завтра. Вам с дороги отдохнуть надо. Ну что ж, завтра так завтра. Пожалуй, все. Ну вот, собственно, чем богаты, тем и рады. Салама судьба. Пожалуйста, комнату я для вас освободил. Угу. Прошу. Да, подождите, как-то неудобно. Пусть вас это не волнует. Он сам решил перебраться.
Вот как? А почему? Да, собственно, причины сказать не могу, но еще до вашего приезда он говорил о том, что переберется в другое место. Прошу. Благодарю. Вот это моя обитель. Мы же здесь все холостяки. Вот и стараешься маломальски создать уют. А это все, что осталось у меня от Петербурга, Петрограда. Мой дед. И я с братом. Моя мать. Отец. Кадровый офицер. Был. Я ведь и сам из военспецов. Коньяка хотите? Контрабанда. Японский. Нет, спасибо. Стой. Стой. Кто идет? Документы. Кого вы охраняете? Квартиру товарища коменданта. Зачем? Кто приказал? Взводный. Наше дело маленькое. Приказали, стоим. Чертовщина какая-то. Ах, это вы? Проходите, пожалуйста. Надо было пропустить товарища уполномоченного. Виноват, не знал. Виноват, не знал. И никого больше. Чай пить будете? Можно. Кстати, а зачем вам часовой? Раз стоит, значит, нужно. Кому нужно? Мне. И не без основания. Кстати, зачем вы сюда пришли? Вы же хотели мне что-то сообщить насчет Помполита? А, да-да. Я как-то уезжал и запечатал дверь. Так вот, когда вернулся, печать была сорвана. И в комнате что-то искали. Вы всегда двери запечатываете? Да нет, только в последнее время. А при чем же здесь Пироженко? А я сразу после этого к нему. И увидел у него на подоконнике картонку с сургучным оттиском. Ту самую, что висела у меня на двери. И только поэтому я должен его проверять? А что, разве этого мало? Я что, это сочинил? Придумал? Да нет, я уверен, что за мной следят даже здесь, в комендатуре. Может быть, даже сейчас. Да. Дело темное. То-то и оно. Меня хотят убрать во что бы то ни стало. Ну, попробуем разобраться. Так я, пожалуй, пойду. Чем лучше. Уеду в Питер и ну вас всех. Разбирайтесь. Еще что у вас? Вот. Вот. Да, здесь.
Еще должен быть список личного состава. Сейчас. Товарищ Любаев. Да. Я вас слушаю. Посмотрите здесь. Хорошо. Посмотрите. Я у вас там ничего не нашел. Ну, значит, я его дома оставил. Такие вещи хранят в сейфе. Ну, не учите, не учите, не учите. Вот примите комендатуру, тогда командовать будете. Пойдемте. Идемте, идемте. Ну. Что, он всегда такой? Нет, товарищ комендант. Наверное, ему тяжело расставаться. Как казарма? Ничего, хорошая казарма. Еще бы. Конюшня, лошади, 6 больных. Второй взвод. Здравствуйте. 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 В боях с басмачами были? Приходилось. Здравствуйте. Сапоги все-таки надевать надо. Жалко. Мне в них все ходить да ходить. Товарищ Архипов, прошу сюда. Наш замнач посол... Тут ты, черт, не выговоришь. По особой части. Здравствуйте. Архипов. Надеюсь, работаете. Ланской. Как понимаю, новый комендант? Да. Очень приятно. Там боеприпасы, снаряжение и все такое прочее. Конюшни, лошади. Ну, да это я уже говорил. Ну, давайте, давайте. Чего тянете? Здесь мастерские. Там комната отдыха, библиотека. Правда, книг нет. Не привезли. Ну, ничего, не все сразу делается. Кухня. У нас готовят что надо, товарищ комендант. Хороший плов. Отличный бешбармак. Очень да-да. Хорошо. Давайте, давайте, давайте. Прошу. Ну вот, хотя бы эти. Это слишком велик, не надо. Поинтереснее бы что-нибудь. О, вот это мне нравится. Пожалуй, я его возьму. Сколько ты хочешь? Сколько, сколько? Сколько? Да вы с ним не торгуйтесь. 5 рублей. Товарищ начальник, торбу отобрали. Там анаша, хозяин избежал. Какое будет приказание? Скажешь начальнику милиции, чтоб зашел ко мне в комендатуру. Есть. Что вы об этом думаете? Думаю, что действовать нужно решительнее. Ведь ваш предшественник, товарищ Буров, был новичок в этих местах. А здесь граница на носу. Никаких нервов не хватит. А вы сами давно в этих местах? Нет, только год. Я воевал на Дальневосточном. Кстати говоря, вы там не были? Мне что-то ваше лицо знакомо. Нет, я местный. Я в Ташкенте вырос. Mm-hmm.
Пошли. Товарищ комполит, вы давно служите в этих местах? Уж второй год мотаюсь по этим горам. А доктор в поселке есть? Какой доктор? Один был, и то басмачи зарубили. Доктора нет, а мулла есть. Вы знаете, я мог бы стать доктором. Вот война и революция помешали. По какой части специализировались? Зубной врач. Смешно? Да нет, почему же? Басмачи? Не думаю. На них не похоже. Так же стреляли в Бурова. Выходит, кто-то их предупредил, что мы выступили. Об этой поездке знали только Садабаев, Ланской, вы и товарищ Архипов. И вы. Разумеется. Получается, что кому-то мешают коменданты. Чушь какая-то. Нет, не чушь. Стреляли-то в вас. Так. Прошу разрешить задержаться еще на 5 дней. Так, так, так. Еще на 5. Черт бы тебя побрал. Будь ты неладно. Стала не голова, а сплошная шишка. Каждый день стукаюсь. Вырублю эти косяки к бесовой матери. Зачем звал? Да дело-то пустяшное. Вот посмотри. Одна и та же рука писала. Похоже, очень. Похоже. Это что? Шпалов писал? Позволь, позволь. Неужели Шпалов писал? Выходит. Да не может быть. Да. Все может быть. Ну, а если это подделка? Ха, чисто сработано. Погоди, погоди. Но ведь Шпалова прислало главное управление. Вот я туда и пошлю эти записки. Пусть проверит специалист. Бастанкул воюет с 18 года. Хитер, имеет определенный военный талант. Сын волосного правителя. Грамотен, хорошо знает русский язык. Thank you.
Салам алейкум. Кураль жарақты таш рабатқа жеткізген. Отвезешь оружие в Терабат, как договорились. В драку не ввязываться. Через неделю мы должны встретиться здесь. На мелкие отряды разбивайся, на мелкие. Джигиттерге. Начальник кайда дей мне? Да вот он, вот он. Чолдаш начальник, басмачлар мен натымды жигу алып кетишти. Тетигинде нары кетишти, кумарыга кетишти. Канчали ар? 15 дей бар. Корбаши бастын кулду таанысын бе? Таны, таны. Краши бастын кулду таанысын бе? Дукарман ганда. Атынды, ала бербез. Рахмат, рахмат. Они уходят. Уходят мелкими отрядами. Спросите, Дыхкан, может, они дадут коней? Хрен редьки не слаще. Басмачи отбирают, мы отбираем. Мы не отбираем, а просим. Если просим, значит, не дадут. Несознательный еще народ. Ладно, попробую. Дай кандар. Агайндар. Аткерек безге. Аткерек. Жебиз. Басмачаурды. Куб жеткенде. Калабай санарбы. Бугуналар. Это нерды. Алса. Эртен башен орды алат. Ну неужели Дихкани? Боятся курбаши, а? Агайндар. Кене шекметке. Жардам. Бюруну калай барсан врбы. Кене шекмет шарда тура. Бостан култу ода тура. Что они говорят? Говорят, что советская власть в городе, а Бастанкул везде. Забрать лошадей. И точка. Нельзя, не позволю. Да у меня конь едва держится на ногах. Нет времени для церемоний. Да поймите же вы, наконец, если мы заберем коней, у Бастанкула прибавится еще сотня джигитов. Бисовы дети. Не для курбаши стараемся. Ну так что же? А для советской власти. Значит, будем догонять пешком? Значит, будем догонять пешком. Товарищ начальник, здесь вы ничего не добьетесь. Они боятся курбаши. Я вам помогу достать лошадей. Небось, Буров говорил про картонку с сургучом от его двери. Говорил. Что она на моем подоконнике оказалась. Говорил.
Больной человек. А картонка действительно на моем подоконнике валялась. Может, подложил кто? Может. То-то и оно. Самому интересно. А вы, извиняюсь, с какого года в партии? Буров меня тоже об этом спрашивал. С 16-го, а что? А ничего, я так. Задержаться у нас решили? Решил. Проезжайте, я сейчас. Эй, капчыгайдан басмачы көрнеу я! Зилвен! Эй, капчыгайдан басмачы көрнеу дейм! Чего это он побежал? А ну-ка, а ну пошел! Шыныңды айт, сен кімсің? Мен басмашы емесмін. Еш, он не басмач. Анан кейін нем үшін қаштың? Мылтыңлардан қорып кетіп қаштым мен. Аружын ашы оны сыпы қалса, а? Эй, сен біз қиқырған айын қашпадың бұ? Мен қорқып кеттім. Еш, оны сыпы қалса. Шыныңды айт, ақырқы жол сұрау атам мен сенден. Сен кімсің деймін? Мен басмашы емесмін. Мен контрабандистпін. Не? Четке біраз күміш ақша, ал жақтан наша. Мені төрт балам бар. Он говорит не басмач, он контрабандист. За граница золота, дорогоценность. Оттуда наша. У него четверо детей. Қалғандары қайда деп атам мен сенден? Құдайсы мен аларды білвен, білвен мен аларды. Он клянется, ничего не знает абсолютно. Курбаши Бастанкул, известно тебе такое имя? Курбаши Бастанкул дастаға белгілі дейді. Ова. Да. Где он теперь? Ал қайда? Ал басқа отрядтар менен кеткен. Он из другим отрядом удрал. Куда? Қайда? Аны мен білмеймін. Он ничего не знает. Ишь? Так, понятно. По-моему, он все-таки знает, куда ушел Бастанкул. Наверняка. Ну ничего. Завтра допросим еще раз. Хорошо. Уведите его. Все в порядке? Все в порядке, товарищ уполномоченный. Что ли, не чаю? Вот сукин кот. Я ему покажу, как спать на посту. Эй! Товарищ комендант! Убили пленного и часового! Несите его. А это уже не шутки. Когда я выходил во двор, все было в порядке. Тут минут 15 тому назад мы с ним разговаривали.
И ничего не заметили? Нет. Убийство произошло несколько минут назад. Он еще теплый. Во двор выходили я и вы. Двое. Значит, еще кто-то выходил. Третий. Срезали пленного Чусофова. Совсем был молодой. Какие заботы привели к нам, высокочтимый? Есть одна забота и очень важная. Близится время действия. Новой экономической политике приходит конец. Наши надежды не оправдались. Надо собирать силы. Мы сможем вести борьбу, если нас поддержат дихкани. Дихкани пойдут за Аллахом. Есть слухи о коллективизации. Будут отбирать скот, землю. Собственник поднимется на борьбу. Будут сотни тысяч джигитов. Тогда их нужно повести за священным знаменем Аллаха. Короче, деньги, оружие, руководители. Вот что вы должны сейчас готовить. Мы это делаем. Надо быстрее. Время не ждет. Трудно. Советская власть окрепла. Стало много войск. Вся чернь с ними. Не думайте, что мы только говорим. Вы знаете, какую территорию контролирует местная комендатура? Нет. Эта территория равна Англии. В комендатуре есть наш человек.
потерял Садабаева. Ведет он себя очень подозрительно. А что еще? Да, товарищ начальник. Сегодня ночью Баймакул собирается перейти границу. Вы его знаете, я вам показывал его. Мне сообщили об этом мои люди. Большая контрабанда у него. Имейте это в виду. Хорошо, спасибо. Хоп, ну я пойду. Кольцов, Иманкулов, оставайтесь здесь. Что случилось, товарищ начальник? Понятно. Что случилось, так, что там товарищ у нас, начальник? Ребята, тюки разбирайте. Аллах свидетель, я ничего не знаю. Что там у нас, товарищ начальник? Что вы хотите от меня? Что такое? Что вы хотите от меня, товарищ начальник? Опи нашел, товарищ начальник. Что? Опи. Что? Да. Я ничего не знаю, товарищ начальник. Ну-ка, пойдем со мной. Я ничего не знаю. Проверяйте, что ребята, внимательно проверяйте, все. Товарищ начальник, что вы хотите от меня? Понятно. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю, что вы хотите от меня. Что вы хотите что от меня, что это такое? Чай. Чай? Чай пьете, черт вас возьми. Вот еще. Ребята, ребята, уносите тюки отсюда. Тюки уносите отсюда, совсем уносите. Так, проверяйте, все внимательно проверяйте. Уберите женщину отсюда. Женщину уберите отсюда. Скорее, уберите же ее. Так, тихо! Отвечай, с кем собирался перейти границу? С Махмудбаем. Махмудбаем. Когда собирался перейти границу? Когда? Отвечай, а то перестреляй все как собак. Вторую ночь, товарищ начальник. Вторую ночь. Понятно. Оставьте женщину в покое. Собирайся, покажешь где. Шпалов проверил дела всего личного состава. И тем не менее, в комендатуре орудует контра. Стрельба в Бурова, в меня. Теперь кто-то предупредил контрабандистов. Шпалов не мог убить пленного и часового. Он знал, что я не спал и видел, как он выходил во двор. Дело тут вот какого рода. Так вот, 4 года назад, при разгроме банды Мадаминбека, я подписал приказы к расстрелу людей, особо отличившихся в зверствах. Я видел тогда этих людей мельком. Но в первый же день, когда я сюда приехал, мне показалось, что одного человека я тогда встречал. Сразу видно, что Параська Галушки делала, все ворота в тесте. А кто же это? Договорить как-то неудобно. И так всех подозреваем. Я вот хожу и думаю, видел его или нет. Но ведь тех людей расстреляли, это точно. Или, может, убежал? Всех подозреваем. Скоро сами себя подозревать будем. Это все Буров начал. А вы считаете, что Буров не прав? Абис его знает, прав он или не прав. Но так тоже нельзя. Как мы теперь работать будем? Войдите. Вы? Я проходил мимо. Не помешал? Нет. Чаю хотите? Можно. Проходите. Пожалуйста. Прошу. Прошу. Жарище. Да, нестерпимо. А что это за маскарад? Да, просто так, для дома. Один друг дал. На память подарил. Кстати, не знаете, где Ланской? Нет, не видел. Вот никак не могу его найти. С
Спасибо за чай. Не за что. Пойду я. Угу. А вы здесь, я смотрю, неплохо устроились. Ну ладно. Товарищ комендант, вам срочный пакет. Стрелял! Шпалов, что случилось? Сюда, скорей! В чем дело? Архипа убили. Что? Ножом. Убили под самым носом. Трифонов! Немедленно перекрыть все ворота! Оцепить комендатуру! Взвод! Ружье! Товарищ полномоченный, в комендатуре ничего подозрительного не обнаружено. Так, убийство произошло совсем недавно. Кто-нибудь заходил к Архипу в течение, ну, от последнего часа? Кажись, полчаса назад заходил начальник бангруппы. Садабаев? Да. Вы не ошиблись? Нет. Усы-то его за версту узнать можно. Да, он во двор въехал. Я ворот за ним запирал. Это точно? Да. Он на Орлике ехал. Я ж не слепой. Идите. Есть. Да. Ищи ветра в поле. Ну, кто бы мог подумать. Фу ты, ёлки-палки. Так, двоим остаться здесь. Будем искать по городу. Двое остаться здесь. Ну, так что? Товарищ уполномоченный. Да что это такое? Объясните-ка вы наконец. Объяснять будете вы. Где вы его взяли? Пришел домой. Как это? А вот так. Пришел сам. Казак удалой. Где вы были до 4 часов утра? Это мое личное дело. Скажите, где вы были до 4 часов утра?
Сядьте, Садобаев. Я же вам сказал, это мое личное дело. Но это теперь уже не ваше личное дело. Так где вы были до 4 часов утра? Я же вам говорил, это мое личное дело. Послушайте, Садобаев, все думают, что вы убили Архипова. Что? Нет. Я его не убивал. Когда был убит Архипов, бойцы говорят, что видели вас в комендатуре. Под вами был Орлик. Что вы на это скажете? Да. Я был в комендатуре. Только ненадолго. По приезду Орлика сдал, а сам пошел к женщине. Ну а халаты допа зачем? В городе живет одна женщина. Полгода тому назад умер у нее муж. Вы же сами знаете, что здесь делает с женщиной, если она изменяет мужу, даже мертвому. Халаты допа зачем? Как-то однажды я заметил, в городе следит за мной один человек. Поэтому пришлось мне изменить одежды. И на базар я купил допу и халат. Ну а почему сменили квартиру? Ну как вам сказать? Чтоб глаз не бросались, мои частые отлучки. Да. Все логично. Ну вот что. Вам придется отвезти нас к вдове. Вон он там постель лежала. А вот тут вот, вот, вот чашки стояли. Ну а еще что-нибудь было? Да, было. Что? Вон там он сундук стоял. Его тоже нету. А в той комнате старушка спала. Да не шуми ты, Садобаев. Тихо, тихо. Ты не кричи. Нет, я буду кричать. Буду. Ее тоже нету. Это было ваше единственное оправдание, единственное. Вы-то мне поймите, ее надо найти, найти ее надо. Пришел приказ из Ташкента. Мне велено вас туда доставить. Вы понимаете, чем все это может кончиться? Поверьте мне. Я нисколько не виноват. Да я-то могу поверить. А вот поверит ли там? Ах, если бы нашлась эта женщина. Скажите, Садобаев. Да. Ее могли похитить? Да. Я вам сочувствую.
Начальник, у меня есть к вам один разговор. Если хотите... Попасть к Орбашу Бастанкулу, Чайханшка найдите. Свидетелей будем разговаривать. Там мы не можем поговорить? Куда? Так. Все понятно. Это что, тоже чай, да? А ты знаешь, что за это полагается? Так, где будем разговаривать? Идем, идем, идем со мной, идем. Ну. Напей. Пей. Рахмат. Ты же умный человек. Ты понимаешь, что за это полагается, вот за торговлю опиумом. Так вот, мне нужно попасть к Орбашу Бастанкулу. Завтра же. Тогда я никому не скажу, что у тебя здесь видел. Согласен? Так. Не вышел разговор. Ну что ж, я завтра же должен тебя арестовать. И мастерскую твою опечатать. Вот так. Все. Вот что. Мне обязательно нужно попасть к Орбашу. Да пойми ты, я один поеду к нему без оружия, ясно? Начальник из Ташкента потребовал, чтобы я его свел с Курбаши, и мне пришлось дать ему проводника. Сказал, что арестует. Пусть едет. Об этом Курбаши и сам знает. У тебя дети есть? Трое джигитов. Ну? А зачем, спрашиваешь, начальник? Они маленькие. И масмачи. Угу.
Это хорошо. Ну! Ой, черт! Я стрелял. Мимо. Потом не смог. Он был очень осторожен. Никак не мог. Не бейте меня. Сын гиены. Мне стыдно, что у меня такой сын. Стыдно. Убирайся. Ассалам алейкум. Бул киши менин кадрлуу мейманым. Этот человек был моим гостем. У него есть дела за границей. Я деловой человек и хотел бы иметь гарантии. За успех дела отвечаю я. Немат, Сатпай. Екі күнден кейін бұл мырзаны тоға деп кіресің. Через 2 дня отвезешь этого господина в горы. Не купите ли у меня одну вещь? Там, за границей, сможете распорядиться ею по своему усмотрению. Покажите. Я покупаю ее. Эту женщину никто не должен видеть в поселке. Знаете о том, что отряд 50 сабель напал на кишлак? Не знаю. А где же ваш Палов? Значит, он, видимо, еще не добрался до Бастанкула. Ну почему вы ему так доверяете? А вы нет? Не знаю. Теперь меня мучат сомнения. Меня тоже мучат сомнения. Чем пришел Шпалов? Есть разговор к тебе, Бастанкул. Какой может быть разговор у бандита Бастанкула с красным начальником, а? Может быть. Разговор, Бастанкул. Оп. Слушаю тебя, Шпалов. Кстати, по дороге в меня стреляли. Пробили фуражку,
Еще бы чуть-чуть и... Наши могли стрелять. Мои люди не могли стрелять, Шпалов. Курбаши Бастанкул держит свое слово. Я верю, ты хороший Курбаши, умный. Льстите, начальник, льстите. Да нет, я не ищу, ты ведь меня знаешь. Откуда? Ты был в отряде Курбаши Гаипа. Попал в плен, потом бежал. Я помню тебя. Хорошая память, добрый советчик в деле. Ты все такой же, Шпалов. Скажи, Бастанкул, а помнишь ты, сколько сабель было у Гаипа? Нет. 1500. Все знаешь. Все. А у тебя? Продолжай, начальник. У тебя сколько сабель? 160. Ты видишь разницу? Хорошие у меня джигиты. У меня отличные джигиты. Послушай, Бастанкул, ты же знаешь, в России против советской власти воевали такие курбаши, как Юденич, Деникин, Колчак. У них же было более 30 тысяч сабель. У каждого. Так неужели ты думаешь победить советскую власть вот со своими... Послушай, Шпалов, скажи мне честно, зачем ты приехал? Я понимаю, ты можешь не верить мне, Курбаши, но ты должен поверить той власти, которая вот таким джигитам, как твои, сотням, тысячам, дала землю, кров, хлеб, свободу. Она дала им то, чего раньше добивались ценою крови, путем бессмысленных жертв. Что еще? Ну скажи, разве тебе твоя власть досталась просто так? У тебя же отличный джигит, я вижу, посмотри. Ишь ты. Так зачем же зря проливать кровь таких людей? Вот куда ты гнешь. А? Джигиты? Хорош дипломат. Хорошо. Я должен поговорить с джигитами. Ты остаешься моим пленником. Все, что ты говорил, еще не доказательство для меня. Плохие новости. Высокочтимый Шан и Дервиш велели передать. Курбаши Бастанкул с отрядом двигается к городу. Он оказался совсем плохим, Курбаши. Передайте человека из комендатуры, пусть Курбаши Бастанкула покарает Аллах. Thank you.
Бабаев не обманул. В ту ночь он был у женщины. Ее действительно выкрали. Хотели с контрабандистом переправить за границу, но караван удалось перехватить. Вы разговаривали с женщиной? Нет. К сожалению, женщина была убита во время пристрелки. Захвачено 14 человек. Когда они прибудут? Дня через два. Их ведут от самой границы. Жалко, что так получилось с женщиной. Садабаева об этом не говорите. Хоп. Меня сейчас волнует Шпалов. Допустим, арестованные что-то знают. Опять ждать два дня. Товарищ комендант, едут. Не стрелять. Я сейчас к ним выйду. Товарищ комендант, не надо, все же враги. Я не хочу лишнего кровопролития. Не стрелять. Не стрелять. Товарищ Пополит, разрешите обратиться? Вольно, докладывайте. Комендант Лодской просил передать, что все в порядке, не беспокойтесь. А что ж в порядке, чтобы я не беспокоился? Засада готова, ждут. Это все? Да все, товарищ Пополит. Да, еще забыл. По дороге видел двух киргизов, вроде бы дихкани. Стали поздравлять меня, говорят, русский солдат хорошо, война конец. Это почему? Среди них прошел слух, Курбаши Бастанкул со всем войском сдаваться идет. Вот как. Да врут они, товарищ Памполит. Все они заодно. Поверь ей Садабаеву и то. Разговорчики. Все заодно. Перед Садабаевым на всем еще стыдно, может быть, будет. Ты говоришь, у них все там готово? Три пулемета замаскированы. Дневальный коня! Не стреляйте! Слышите? Не стрелять! Кто приказал стрелять? Не знаю, товарищ Памполит. Нам приказал комендант. Где Ланской? Не знаю. Где-то здесь.
Ты что, живой, что ли? Сын, тұрысың бе? Ба, бағануа, қалеті нәрбелі, жыз жоқ бұ? Бостанкул. Что, Бостанкул? Сдаваться или нет? Ну, теперь вы убедились? В чем? Да в том, что Шпала враг. А может быть... Вы что, серьезно считаете, что они приехали сдать оружие? А почему нет? Да потому что первый выстрел был с их стороны. Сын Гиены, ты говорил, что не хочешь кровопролития? Вот как верить красному начальнику. Вся советская власть такая, а? Саиб Ланской не зря мне говорил, что ты нечестный человек. Ланской? Ах, вот оно что. Не смей улыбаться, грязный сокол! Ставь его! Что, Шпалов, ты думаешь, я тебе выдал тайну? Эта тайна уйдет с тобой вместе, в могилу! Ланской был прав. Ланской. Обидно. Я к тебе ехал с честными намерениями. Бостанкол. Видимо, Ланской опередил меня. Ему, наверное, стало известно, что ты собираешься сложить оружие. И он устроил засаду. Поверь мне, Бостанкол. Хоп! Выезжаем завтра на рассвете. Его запрете в сарае. Головой отвечаешь. Подожди, 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 Курбаши! Подожди, я ехал к тебе с честными намерениями! Они хотят тебя уничтожить! А? Тебя хотят уничтожить те же, кому ты служишь! Они хотят тебя уничтожить! А, черт! Зачем ты ударил его? Просто так. Просто так. Просто так. Умоляю вас. Мальчики-то не бьют. Не стреляйте. Умоляю вас. Не стреляйте, не стреляйте. Умоляю вас. Ты один? Как договаривались. И здесь опасность встречаться. А надо было дома. Нет, было именно здесь, старый осел. Твои контрабандисты завалились на границе. Сейчас их везут в комендатуру. О, Аллах, я пропал. Нам надо бежать. Угу. Только уйдешь ты один. У меня здесь еще много дел.
Ты меня понял? Сукин сын, с кем ты шутишь? Какой деды джаным? Можно с вами посидеть? А, это ты? Садись. Слушай, я туда схожу. Пригляди за русским. Только смотри, не упусти. Смотри. Ali Nayim Bey, ben gün ölemez mi? Ali özüle kaçıp gitti. Ali Nayim Bey, ben öldürür mü? Ben gün ölemez mi? Ali Nayim Bey, ben gün ölemez mi? Şakal. Приказ о том, чтобы Шпалов прибыл с арестованным Садыбаевым в Ташкент, пришел несколько дней тому назад. А Шпалов не прибыл. Что это, самоуправство? Садыбаев невиновен. Вы-то откуда это знаете? Очевидно, я знаю то, что неизвестно вам. Ну-ну. И потом... На предварительном допросе арестованные контрабандисты, которых взяли на границе, подтвердили, что Садыбаев говорил правду. Среди них действительно была женщина. Они ее выкрали. К сожалению, женщина погибла в перестрелке. А где Шпалов? А Шпалов ушел за границу с остатками банды Курбаши-Бастанкула. Шутите? Хотел бы пошутить. Шпалов... Сказал, что он хочет договориться с Бастанкулом о мирной сдаче, чтобы избежать кровопролития. Вот так, Шпалов. Подождите, я еще не кончил. Я все время не хотел его отпускать. Я чувствовал что-то. Но Шпалов и товарищ Помполит настояли. Шпалов уехал. А через день банда налетела на кишлак, разгромила его, сожгли школу, убили много мирных жителей. Я, как комендант, должен был принять меры. Я устроил засаду. В бою банда была разгромлена. Но Шпалов с остатками банды Курбаши ушел.
Бойцы преследовали их, но бесполезно. Так вот, среди этих джигитов был и Шпалов. Я этого не видел. А я видел другое. Завтра допрос арестованных. Да, чуть было не забыл. Вы получали пакеты из управления насчет этих записок? Нет, каких записок? Ну, записок Шпалова. Эксперт дал заключение, что это липа. Почерк подделан. Эти записки пропали, когда убили Архипова. Вот они почему убрали его. Значит, кому-то было нужно, чтобы мы подозревали Шпалова и дальше. Скорее, черт побери, скорее! Ну, поживей, поживей, поживей! Деланской! Там где-то! Товарищ комендант, за время моего дежурства ничего не произошло. Отлично. Скажи, пожалуйста, а как у нас есть конь под седлом? Конь? А вон тарабан стоит. Где Ланской? Шпалов? Шпалов, голубь, потом, откуда потом, ты? Потом, потом, где Ланской? Где Ланской? Только что вышел, к себе пошел. Дай наган! Скорее дай наган! Это он убил Архипова! Скорее дай наган! Скорее! Он! Черт бы его побрял! Бастанкун его выдал! Никаких вопросов. Все кончено.